Совсем скоро откроется энергетический портал «Сакральные дни зимнего солнцестояния». Это лучшее время для того, чтобы подвести итоги и создать завершенность, и построить планы и посеять семя новых желаний на предстоящий годовой цикл. Практики, выполненные с 21 по 23 декабря, приумножают их силу во много раз. 22 декабря я проведу ставшую ежегодной практику запуска ракеты желаний, на которой вы сможете освободить себя от груза прошлого и создать намерение на 2023 год, зарядив его энергией достижения и реализации. А также будет особая медитация с мантрой волшебства и чудес, которая дарует надежду даже в самых сложных и безвыходных ситуациях. Формат участия в запуске ракеты желаний очно в центре Москвы и онлайн. 22 декабря в 19:00 жду вас на запуске. Регистрация и подробности в описании.